И всем хай, с вами снова я, Лайз, ну точнее, сейчас он, у меня уже канал называется Лайз, потому что, хотя бы такое слишком, не знаю, реально кринжовое имя. Сегодня хочу вам показать в этом ролике все свои игры, приложения, как в них меня найти. Ну, каких-то я не покажу, просто покажу. Это игра. Вот смотрите, начнем с тагдов. Это она самая первая игра, ну вообще. Почему-то она здесь, хотя у меня стендов где-то тут был. Короче, она, наверное, вот эта штука поменялась. Так. Ну, стендов 2. Я сейчас вам покажу просто свой ID. Вы сможете со мной связаться. Ну, то есть как. Добавить друзья. У меня есть заявки в друзья, поэтому я их просто... Ну, отглашу, чтобы знать, что следующие люди, которые мне пригласят, это, по сути, подписчики. Ну, я имею в виду то, что которые люди в катках, может быть, я некоторых буду понимать, некоторых нет, а так вообще нет. Вот. Вот, тут сразу же вы можете заметить мой ID, я показываю курсором. Мой ник уже аватар, аватар полукаут. 43 голды, там скины такие вот. У меня раньше был нож, я вам могу даже вот. Вот история, меня просто его на него одной. Ну, я просто тогда очень волновался, и нож мне прям нравился, и я не втуплял, что я делал, и вот, меня развили. Ну, простите, ребята, то что. Вот, заявки, я сейчас их всех отклоню. Ой. Нет, я сейчас соберу этого какаши. Вот это вот. Этот какаши не нужен. Окей, заявки. Ладно, принял случайно, пофиг. Короче, если что, можете писать в ЛС, что вы меня видели в Ютубе, ну чтобы я точно понимал. Так, выходим. Вторая игра — это Террария, в ней я не буду заходить очень долго. Counter-Strike, я не знаю, что он показывает, поэтому сегодня не покажу. Stable Guys тоже мне, кто не хочет показывать. Ну, я просто еще показываю игры больше всего. Могу показать вот это, что это. Это кастом курсор, здесь я одеваю курсоры всякие. Это мои курсоры, которые я установил, но некоторыми я даже не пользовался. Ну, то есть хотя бы пару минут или часов. Ну, некоторые тут есть, а некоторые, которые я использовал, или даже последнего всего, больше всего некоторые использовал. Допустим, много, и вот эту я использовал вроде как. Ну вот, короче. Это типа, можно сказать, короче, ну, немного, это, можно сказать, другая Террария, но это Террария, главное. Don't Starve. Roblox, я вам покажу свой ник. Так как я переименовал канал, а у меня был раньше ник Noob, ну, второй именно. Я переименовал свой ник второй, и теперь Lies. А так мой ник, сейчас я вам покажу. Это, вот, я вам напишу. Art64. Рус. Вот. Вот это мой ник. Вводите. Вот. Можете ставить на паузу, вводите. И вот, так. Не записываю? Записываю. Ну, Roblox вам показал. Так, дальше. XL Launcher. Я думаю, вам нечего показать. XL Launcher тоже нет. Ну, если что, пишите. Так, в Телеграме. Вы можете со мной связаться в Телеграме. Ну, наверное. Так, вот. Артём Шевченко. Это моя фамилия. Вы уже поняли, наверное. Давайте создадим канал. Вот прямо сейчас. На ваших глазах. Вот. Домик. Лайза. Я аватарку дам. Файлы. Так, сейчас все написать.
Я не знаю, я попробую в комментариях ссылку на это оставить. Пока мы сейчас... Так. Смотрите. Ну, я поставлю на паузу ролик. И все, ребята, я создал телеграм-канал Домик Лайза. Я оставлю ссылку в описании или в комментариях, потом посмотрите. Мы погнали смотреть следующее продолжение или игру. Так. И так, дальше после телеграма у нас бандикам. А, он и так включен. Вот он у нас. Дальше Steam. У меня есть. Сейчас я покажу там, что вам надо. Ну, в Steam я, к сожалению, вам не смогу дать. Ну, показать код дружбы. Хотя могу показать. Давай. У меня 17 рублей на балансе. Библиотека, вот такие вот игры и игра. Может быть, не никогда не игра. Так. Рождён. Вот мой код дружбы, можете вписывать, поставить на паузу, там вписать и окей. Так. Следующее у нас приложение будет. Так, подождите. Следующее приложение у нас будет. Это не Human Fruitsat, потому что это игра с ними. Дискорд. Если что, я, не обращайте внимания. Так, у меня, наверное, сейчас не зайдет в Дискорд. Я не знаю, почему. Что-то не заходит. Хотя это аккаунт-лаунчер, это как-то-лаунчер, только, по-моему, мне не лучше. Майнкрафт это сайт. Вот, и нас на сайт перекидывает. Вот, сайт этого лаунчера. Ну, я не могу что-то в Discord, ребята, зайти. Почему-то я не знаю, почему. Ну, ладно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.